Так, всем привет. Начал выкидывать с этого сарая навоз, короче. Чуть-чуть выкинул. Вот так это выглядит. Вот здесь. Закидал грязь, то, чтобы этот навоз впитал, прежде чем вывозить. Видите, сейчас как я буду прогинаться. Нога проходит. Соответственно, коровки походят. Все впитается влага. И вывезется навозик. Так, сводим, посмотрим яички наши. Там курочки нанесли, пару дней не собирал, так что это не за день. У меня всего 4 курочки, вот 6 яичек. Может, конечно, где-то еще несутся, но у меня молодые курочки, какая-то из них вполне себе может и не нестись до сих пор. Как-то так. Коровки все в порядке, начали на расслабоне. Саня, привет. На неделе вызовем врача, проверим стельность. Это очень важный момент. Один раз в прошлом году, позапрошлом году, я упустил это и остался с носом в прошлом. Потому что у меня был бык, две коровы не покрыл. Они были здоровые, но просто в охоте такой серьезной не были. Так, Клавочка, рассказывай, как дела? Так, ты хочешь домой забежать? Тут дверь закрылась, да? Начинаю выпускать этих вот малых, чтобы они привыкали со стадом ходить, потому что скоро коров пастить, а они ни рыба, ни мясо. Вчера выпустил, еле собрал их вообще. Убежали далеко, короче, дурели. Так, пойду сейчас силосы Клавочкина ложу. У меня это вон через месяц белочка родит. Буренку надо запустить. Обязательно запуск коровы покажу на видео, что как это происходит. Вот, все. Буду пока с вами прощаться. На завтра вроде как есть прицеп навоза. Надо обязательно еще опилок повезти. Потому что навоз покупает не так активно, как хотелось. Поэтому будем подсыпать опилками, чтобы главное коровы у нас в грязи не стояли. Потому что будет стыдно выпускать их даже. Все, всем пока.